Появилось ли потомство у ивановских лебедей? Ответа на этот вопрос пока нет. Самка, как и 2 недели назад, продолжает сидеть на гнезде. Густая трава по-прежнему скрывает кладку яиц от любопытных глаз. Но следует отметить, что поведение будущей мамы несколько изменилось. Она уже не так агрессивно настроена к окружающим и издает негромкие звуки, как будто бы общаясь с птенцами. Будущий отец по-прежнему охраняет гнездо. Если присмотреться к нему, то можно заметить, что у самца повреждена лапа, а на перьях видны свежие следы крови. По словам сотрудников зоопарка, как только птенцы вылупятся, семейство лебедей переселят на прежнее место к театральному мосту, чтобы жизни и здоровью птиц ничто не угрожало.